Здравствуйте, это Анапа. Сегодня 12 мая 2019 года, и я вам сейчас покажу, где располагается ярмарка «Привоз», та, которая когда-то была на Восточном рынке. Хочу вас порадовать, что далеко она никуда не переместилась, хотя ей давали место на улице Северной, но там, к сожалению, не очень удобное место, поэтому вот здесь она обосновалась. Это улица Солдатских матерей. Ну, в принципе, вот эти вот все магазины, они прилегают как раз к ярмарке «Привоз» старой. Там на углу у нас расположен восточный рынок, и вот здесь вот буквально метров, наверное, 100, и вот тут рынок сюда и переместился. Сейчас мы по нему здесь пройдем немножечко. Солдатских матерей 10 адрес. Вот тут мед у нас, рыбка живая также, тут тоже мед, тут у нас овощи, фрукты. Небольшой, конечно, такой очень пятачок, вот здесь вот приютились эти люди. Ну, огурцы 120, помидоры тоже 120, 300. А, показываю, где вы тут приютились. Ага, и куда это потом будем брать? Это YouTube. И что будете канал говорить? Канал Альбатрос. А что вы хотели сказать? Что мы хотим сказать? Да. Что у нас все хорошо, что покупатели наши довольны. Так, где у нас Слава? Где Слава? Что покупатели, как видите, все довольны. Да, это мы стоим здесь временно, мы перейдем вон туда. Администрация наша, города Анапы, нас кыш взяла. Мы им не нужны. Для горожан они тоже ничего не беспокоятся. Они обе денежки сюда набивать карманы, продавать. Ну да, да. А мы зачем нужны, правильно? Да, я вчера только узнал, что вы здесь вот сейчас находитесь, из блокнота Анапа. Поэтому сайт. Нам да. пришлось своими силами находить территорию. И мы не думаем, что мэр города будет нам палки ставить в колеса. Хотя он способен. Да, он способен, потому что ну, правильно, это территория Анапы. Это все деньги, понимаете? Тут продано все до сантиметра. Ни один мэр не добыл, ни один срок. Их быстренько. А только я не знаю, знаете, а что их отстраняют? Их садить в тюрьму надо, не отстранять. А их почему-то просто отстраняют. Зачем? Садить в тюрьму и пошел вперед. Да. Миллионы оставляй, да. Спасибо. Вот такое мнение продавцов. А будет, будет. Это все, да. Вы все пишите. Так мы никогда... Это же YouTube-канал. Тут вот огурчики. Огурчики 7 килограмм. Да. А помидоры вот эти почем? Нет, вот это вот. Сто тридцать, да? А, свешайте мне, пожалуйста, я просто руки заняты. Огурцов. Взял, украл. Подождите, вы только смотрите, потому что могут сейчас привлечь за оскорбление власти. Сейчас же у нас. Сейчас не надо ничего привлекать. Сейчас демократия. Сейчас демократия. Килограмм. Украл, взял, посадить в тюрьму, как у нас вот Путин показывает. Губернаторов, мэров, понимаете? Да. Украл. Все, в тюрьму надо. Вот так вот. Ну, не поймали, ну, это на 100, уже да. дело, да. И мне на 100 помидоров еще. Помидоры покупайте, лейте. Вот этих вот красных. Ну, тоже на 100. Сейчас. Ну,
подписан. Угу. 104 рубля. 100 рублей, давай, Владимир. Спасибо. Так, ну все, это была ярмарка «Привоз». Так она. Просто ярмарка, да? Просто для людей. Да. Ярмарка для людей, да. Ну и когда это вы будете выкладывать? Да сегодня вечером. И где будем смотреть? А набирайте просто Анапа, канал Альбатрос. Подождите, Слава! Наташа! Наташа, иди сюда! Да, они это все знают, потому что уже и другие блогеры показывали. Все это они знают, что люди... Канал Альбатрос. Да. Правильно. Это ты знаешь такой канал? Нет. Не знаю, будем смотреть. Ну, смотрите. Не вычеркивайте ничего. Да ничего не вычеркиваем, конечно. Посмотрим. Если вычеркните, туда заезд к вам будет запрещен. Хорошо. Ну, пошел. Так, ну все, это была ярмарка для людей, как вот мужчина сказал. И всего доброго, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приходите сюда, покупайте. До следующих встреч. Ну, дайте мне, знаете, что лука, пучок. И пучок укропа, пучок петрушки. Ой, ты уважаешь, вообще хороший ты меня. И ручишь, и вкусный очень. Угу. Рукой раз тоже прихватит. Я знаю, что понравится вам. Укроп очень хороший, обалдеть. Угу. Угу, спасибо. Пожалуйста, всего вам доброго. Так, ну вот теперь все. До следующих встреч. Рыбку? Не, рыбку потом. Показать, то покажем, да. Да, а? Ярмарка выходного дня. Да, я в курсе. Цены ниже рыночные будут, все приходите к нам. Все, теперь точно все. Всего доброго. Рыба будет разная.